Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы, всадники Олуха. Так, пятый день, забираем с тобой рыбку. Так, сразу смотрим, что нам принес Беззубик. Принес он нам рыбу. А мне надо вот эту вот штуку. Было, но уже поздняк метаться. Так, ладно, давай тогда мы его отправим дальше искать вот эти вот, я не знаю, как они. Свитки, не свитки, как назвать даже. Ну, наверное, свитки получается, да? Вот эти вот. Пускай летит. Бесплатно, само собой бесплатно. Здесь. Ну, вот это... вот это я, ребята, урвал. За 25 миллионов древесины, по-моему, да? Считай вообще задарма. А так он стоит... Да он всегда стоит дофига. И особенно он стоит в рунах. Так, подкуп. Полетел. Так, кривоклык. Дай сумку. Конечно. Вот эта сумка мне, по-моему, такая нужна была сумка. Или нет, или все-таки переливающая, блестящая. Я фиг его знает, какая-то нужна сумка. Давай лети там, я не знаю, готи, шмоти. Так. А здесь. А здесь. Здесь все-таки тоже руны. Ну окей. Уничтожить бесплатно. Все. С этими обормотами мы разобрались. Так, руны. Давай-ка за древесиной. Ты у меня опять полетишь. Да-да-да. За железом. Древоруб. Дарите куда-нибудь уже, в конце концов. Чтобы глаза мои тебя не видели. Так, здесь, значит, древесина. А тут рыба. Нам как-то весночеса бы надо бы. Понятно. Хотел, думал, прокачать, потом посмотрел на цену, сколько стоит, и резко, ребят, передумал я. Потому что, ну, 4500 железа, ну, друзья, это просто перебор. 4500, но рано или поздно же все равно придется ребятам это делать. Понимаешь, в чем суть? 450, о нет, за две этих 450. Вот, этот парень у нас уже работает во благо. Кстати, а что он теперь, он что, прокачивается у меня чисто за... Да ты серьезно, что ли? Он будет у меня прокачиваться за руду? Я его недавно прокачивал, он просил у меня руды, и опять он требует руду. Руда — это прям какой-то бич в этой игре для меня. Где ему, блин, где ему столько руды буду доставать? Ну вот сам подумай. Копить годами на нее, чтобы за 3 секунды сплавлять? А другого варианта и нету. Так, ну что тут у нас? Давай только вот, давай только не тусклый янтарь, пожалуйста. Дай лучше дракона. Не надо мне твои тусклые янтари. Понятно. Понятно все с тобой, короче. Мечтай, как говорится. Угу. Мечтай, Рэйчик, о драконах. Когда-нибудь тебе улыбнется удача. Но не сегодня и не сейчас. Да подожди ты, ну закрой ты свое окно, блин. Так, подожди секунду, а мы разве... А, это же не тот дракон, да? Которого мы с тобой сразу же с первой попыточки. Хоп! И нате, распишитесь. Вот сдался мне этот, ребята, лаварык, а? По идее, нет. Но задание, чтобы дальше продолжить, нам нужно его прокачивать. Чтобы этот обормот нам приносил рыбу, понимаешь ли? Там сколько-то миллионов, 15 миллионов рыб, по-моему, должен он добыть, чтобы мы с тобой дальше продвигаться стали. Так, ну что, здесь забрали, отправили. Свечка. Понятно, это не та свеча, которая мне нужна. А где та свечка? Найди свечу. Вот она. Ну, по-моему, по драконам пока все.
Так, здесь мы забрали. Так, вот тут еще глянем. Да, по драконам вроде бы все. Ну что, ребят, событие должно у нас, по идее, доступно быть. Сейчас мы посмотрим, доступно оно или нет. Событие. Так, ой, это выживание, блин. Да-да, друзья мои, вы... А у меня не получится, наверное. Это 6 волн, друзья мои. 6 волн сейчас будет. В каждом этапе по 6 волн. Если первый еще, ну, как бы разбирается на изи. Ну, ты посмотри мой выбор. Один плод мудрости, да? И этот. Не знаю я. Я, конечно, буду пытаться тут. И к тому же не забывай, что после четвертой волны здесь уже начинается прибавка в 3 дракона, а не в 2. Ну и что ты там собрался делать? Серьезно, что ли? Да я так вот сделаю. Не буду здесь особо с ним сюсюкаться. Первые волны, да, это изи, изично все будет. Практически комфортно. Для нас это будет комфортно. Почему? Потому что они очень мало наносят урона, ты видишь. И их всего 2. Так, вот на четвертой волне уже пойдет по-серьезному все. Блин, еще драконы такие, блин, неудобные для меня. В плане своей классификации. Очень неудобные. Ну, давай там водорез бубничным, что-то я не знаю. Разбубнился. Давай, бомби его. Ядрен матрен. Так, вот, четвертая волна, и мы видим... Ну, я тебе скажу, что это не очень-то пока опасно, ребят. Уровень еще, ну, более-менее. Блин, ну как я буду проходить? Я не знаю, ребят, как я буду проходить без этого. Без подхилов, без всего. Ну, это сложно. А тем более, чем дальше мы будем проходить, тем... Фига он бомбит. Он бомбит-то не шуточно. В общем, водорез такой противный. Блин, мне не хотелось бы, конечно, тратить, но вынудили. Здоровский. Матриар здесь еще и танковать будет. Ну вот смотри, вот результат, ребятушки. Вот результат того, что сейчас нам будет. А будет нам сейчас больно. Ну хильнусь я, блин. Ну это разве поможет мне? Сейчас плевок сделает. Ага, нет, не сделал он плевок. Барсик, бомбаню сможешь? И ведь еще последняя волна будет. Ужас. Что происходит, а, ребят? Ну да, 20-й, молодцы, красавчики. Просто, блин, красавчики. Сейчас начнется тут. Ай, этого-то я упустил. Ну, ядрен, смотри, он еще и в оглушение его поставил. Ну, пипец. О, он промахнулся, ребята. Не лезь, не лезь. Так, он тебя и послушал, не лезь, не лезь.
Как думаешь, я сейчас... Понятно. Сейчас плевок в душу. Кому только. А, нет, не в душу. Ну вот этот добьет Барсика. Все, был Барсик и не стало его. Не, ребят, на выживании без этого нам делать нечего. Просто нечего. Я тут-то с горем пополам прохожу. А дальше, дальше только хуже будет. Ну и что ты мне дашь? Ну конечно, здесь ты мне даешь плод мудрости, потому что ты понимаешь, что там впереди будет труба, блин. Естественно. Раз, два, три. Подожди, сколько там еще боев? Раз. Еще два поединка. Да, ребята, еще два поединка. Будь они неладны. Еще не легче. Еще не легче. Сородич шепота смерти здесь добавлен, плюс громорог. Я, честно говоря, не помню, ребята, вот этот громорог. Он... Этот под стать мне идет, кстати, вот этот вот. Но я просто не могу вспомнить, что делает громорог здесь. Плюется или бафает? Куда ты там? Это была первая, да? Стычка. А, кого не добавят еще вторым сюда? Точнее, третьим? Вот это тоже вопрос интересный мне. Так, ну этого шлепнули. Это не громорог, ребята, это рогобой. Почему я все время путаю их? Громобой, этот громорог, он совсем другой. Он маленький. Так, ну что, давай сюда бомбанем. Нам по-любому надо, ребят, вот этого сносить в первую очередь. А не все виды опасны. Все огнеплюи или там еще какие-нибудь. Ну, самый, конечно, истинный шепот смерти опасный. Там, конечно, вообще труба. Уши заворачиваются на раз. Особенно, когда делают свою массовую атаку. Кто? Вода, вода... Блин, водорез паршивый сюда приперся. Вот его звали сюда? Скажи мне на милость. Нет. Самое фиговое у него, ребята, это когда он блокирует способность и понижает защиту. Ну, видишь, огнеплюй. Несчастно. Этот из-под тишка, конечно же, лезет. Давай бомбанем сюда. Через отхил. Нам в этой битве повезло, что два синих дается. Ну, я так специально сделал, ребят, чтобы накопить себе энергию на... Атаку следующую, массовую, ой. Два синих, да. Да, да отвали ты. Ну и ты, ну и ты, ну естественно сюда будет, нет? Раз, два. Так, через хил пускаем. Вот опять, ребята, понизил он защиту. А нам надо держаться. Как ты мне дорог, а, водорез, блин. Постоянно ребята снижают защиту на бойцах. Давай сделаю так. На следующем ходу ему крышка. Последняя волна, ребят. Последняя волна. И они ходят первыми, да? Ну, естественно. Ну, само собой. Четыре энергии. Промахнулся. Он промахнулся. Все, ребят, это удача называется. Если он сделал промах. О, и этот, слушай, ну вот так вот промахитесь, пожалуйста, почаще, а. Пожалуйста.
Да ну в плане, блин, он же сейчас... А, нет, не он. Ёк-макарёк, я уже... Ну и вот этого надо добивать, потому что следующий ход у него был. Ну что ты там вынюхиваешь? Команда у них, конечно. Этот, блин, снижает защиту. Этот снижает атаку. В общем, молодцы, красавчики. Подобрали, блин, команду Гуфи здесь. Ты решил мне его ушатать, что ли? Не могу понять. Держись, Кривоклык, мы идем. Так. И добиваем. Нормально. Ну-ка, чем порадуешь? Да ладно, древесина, что не плод мудрости, две штуки. Так, ну что, мы забираем здесь два приза. Это получается руны 50 штук. И пак. Древоруб, громобой, крылатый ужас. Шепот, водорез, кривоклык. Ну что, ребят, последняя битва. Давай смотреть. Ядрёна вошь, это кто такой? Это чудовище у нас ужасное, что ли? Не пойму я пока. Кто огненный, блин? Мне не нравится он. Уже. И сюда еще и стражи воткнули. Да ну нафиг. Они сюда еще и стражи воткнули. Пипец. Ну тут понятно, ребята. Надо уничтожать всех, кто будет до стража. А страж уже разбирается в самом конце. Это фигня полная. Первый этап будем ковырять его 3 часа. Все усилия, конечно, вот на этого надо кидать. Потом уже этого разбирать. Давай так сделаем. И вот так. В любом случае надо его разбирать. И желательно быстрее, но... Хорош. Поехали. Ну, Кривоклык хорошо. Хорошо его тогда прессовывает. Ну вот на 4-й волне мы, пожалуй, повеселимся. Или они над нами повеселятся. Сейчас посмотрим, кто там будет. Мы же пока не знаем. Покажите. Ага. Весночес. Здоровски. Прям великолепно, блин. Еще и с массовой атакой. Ну, давай так сделаем. Да, тут уже его не пробиваем мы. Так, смотри, 4 энергии, что он там? Я не знаю, ребят, что-то будет сейчас. Кто-то из них энергию должен потратить в любом случае. А вот кто и как потратит? Вопрос интересный. Ну и что ты будешь делать? Пока он ничего не делает. Я хильну наших ребят. Что-то должно быть. А, он хиляется. Ну это не так страшно, ребят. Единственное, да, что он себе защиту там усиливает. Ну это фигня. И он ходит первым постоянно, засранец, а? Я, наверное, пока не буду делать. Отхил. Ой. Ой-ой-ой, сколько много отнял хп. И опять он ходит. В барсика, да, плетит? А чё так жестко-то? Да давай-ка завязывай, парень. Нифига ты там... Он еще и замедление, ребят, на нас повесил. Вообще великолепно, блин. То есть два... Блин, мне надо хилять.
Успею ли я хильнуть? А кого хилять? Я, наверное, своими силами, ребят, пока отхиляюсь. И все равно бомбит именно туда, а? Да. Значит, замедляшка, да? Это Весночёт сделал замедление, да, я так понял? Пипец, конечно. Нет, Весночёт не замедление сделал. Он сделал, ребята, супер паршивую атаку, которая отняла очень много здоровья. Неожиданно, если честно, для меня. Так, я Барсика все-таки, наверное, плодом мудрости. Да, придется, ребят. Придется плод мудрости потратить здесь. Сейчас опять шмыгнет, да? Нет, пока еще не шмыгнул. Так, хиляемся. Добивай его. Все, ребят, прошли, получается. Получается, прошли, потому что этот уже нам, ну, особо сильно здесь ничего не сделает. Мы тем более видели, что у него отхил. А так он будет просто нас атаковать, а мы будем его бомбашить. Все, ему кранты. Сейчас он хильнется разочек. А, ну щиты у него еще есть, да, оказывается. Все, больше у тебя нет щитов, паршивцы такие. И добиваем. Вот и все. Так, выпадает нам рыба 150 миллионов, то есть фул получается. Фул рыба, фул у нас древесина и ареновский пак, который содержит героических. Ужас, древоруб, шепот смерти, экзотический шепот, водорез, звездрык, кривоклык, ищейка, глыба. Вот. Пещерный скалотряс. Все, ребят. Все, что мы могли на сегодня сделали. Так, забираем награды. Слушай, я думаю, будет хуже на самом деле. Но нам повезло, у нас попадались противники не особо, я бы сказал, мощные. Все могло быть пойти по другому сценарию. Так, и еженедельку. Ну, давай. Окей, подожди, а что награда-то? А награда-то кто будет забирать? Окей, и здесь тоже у нас... Ну, это просто обычный пак. Ищейка выпал. Так, здесь рыба. Так, ты уже у нас прокачанный парень, да? А-а, не прокачанный. Ну, мне что-то как-то на него, честно, не особо хочется тратиться. А вот на перья шкуры, блин, тебе захотелось, да, рыба, потратиться, блин? Да пускай летит. Шут с ним. Восемьдесят железа всего лишь нам принесет. Да и бог с ним. Дай мне забрать свой пак бесплатный. Древоруб, лаварык, молодой прыгун. Молодой прыгун-то понятно, только нет у меня его, ребят. Я не могу ничего сделать, не прокачать, ничегошеньки. Дрожжезуб. Иди там потренируйся где-нибудь. Ну а ты чё, огнепёк? Иди тоже тренируйся. Пускай все тренируются. Железнозуб эксклюзивный.
По-моему, все, друзья мои. Больше уже ничего не сделаешь. 123 миллиона стоит. Ну и славненько тогда. Что я могу сказать, друзья мои? На сегодня будем закругляться. Всем большое, как говорится, за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!